Колокольный звон храма Петра и Павла несет радостную весть о рождении Иисуса Христа. Как написано в Евангелии от Матфея, более 2000 лет назад в Вифлееме родился Спаситель. Рождество Иисуса Христа является основополагающим праздником в череде 20 праздников. Мы его называем Второй Пасхой, потому что праздник Рождества Христова нас вводит в начало череду того дела великого спасения всего человеческого рода, потому что было обещано еще в Ветхом Завете, как мы знаем, при сотворении мира после грехопадения, что придет мир Спаситель мира. И вот это отчаяние продолжается на протяжении очень многих веков, и вот родился Богомладенец Христос. На утреннюю праздничную службу сюда пришли сотни горожан. Для них сегодняшний день – это воистину большой праздник. Сегодняшний праздник – это, я считаю, самый главный праздник для православных христиан. Мне кажется, каждый человек должен в этот день прийти и почувствовать эту самую атмосферу Рождества, помолиться за своих родных и близких, потому что это семейный праздник. В душе такое состояние, что хочется сегодня было прийти. Вот идем все к Богу, Он сегодня родился, и какое-то тоже в душе умиротворение, что ли. Вот поэтому идем, молимся. Ночью закончился долгий рождественский пост, который длился с 28 ноября. Теперь верующим можно вкушать так называемую скоромную пищу, то есть мясо и молочные продукты. В этот день принято всей семьей собираться за большим праздничным столом. Помимо того, что люди садятся за стол, то есть это традиция, праздник очень довольно-таки семейный, вот, ну и, конечно же, это, наверное, присутствие в храме за богослужение, помолиться за своих близких, родственников, подойти к иконе, поставить свечи и так далее. То есть это благочестивая традиция. После Рождества наступают святки, святые дни или 12 дней до крещения, в течение которых и отмечается праздник. Алексей Николаев, Влад Черноусов, Интера ТВ.